10 августа на центральной площади Аула Шихабль состоялась донорская акция для жителей района. Все желающие смогли сдать кровь в передвижном мобильном комплексе республиканской станции переливания крови. Заранее были приглашены для участия в акции работники структурных подразделений администрации района. Каждый желающий в возрасте от 18 до 60 лет может стать донором. Для этого нужно принести с собой паспорт. При этом у донора не должно быть медицинских противопоказаний, которые могли бы нанести вред его здоровью и здоровью потенциальному пациенту. Не оставайтесь в стороне. Ваша кровь является решающим фактором в спасении жизни.